Ребятки, добрейшего всем утречка. Добрейшего при добрейшего. Время 25 минут восьмого. Я есть хочу. Ой, прям не могу. Я со вчерашнего вечера есть хочу. Но вечером я вчера не стала есть. Говорю, ну, куда жрать можно? Блин, что-то это... Голос какой-то прям охрипший. Ой, ребят, с новостями. С новостями, как и обещала. Все, ребята, я бабушка. Вчера я видео не снимала. Вчера не до этого было. Родилась моя внученька позавчера. Вот. 3 540 52 рост. Вот так. Вот так вот, девочка у нас. Вторая у меня внучка. Так, здесь что-то у меня все творится, непонятно что. Вчера почему это некогда было снимать? Не из-за того, что там голова с бедуна болела. Нет. Вчера мы ездили в Кристалл. О, Леночка мне там что-то пишет. В Кристалл ездили. Прабабушка покупала маленькой внучке подарок. Ну, девчонки, а я своей внучке. Не знаю, почему так. Короче, я бусинки до этого покупала, сережечки. Вот, золотые. И вчера купила опять сережечки золотые. Потому что я до этого купила... Ой, как же назвать эту застежку-то? Ну, такая обычная застежка, вот когда ушки прокалываешь, их не надо не снимать, просто протираешь и все. Ну, не подходят они, Ульяша, эти сережечки, и все. Она, короче, им постоянно цепляла. Цеплялась. И ушко, больно же ей. А это я купила на английской застежке ей. Вот. Я решила, как. Вот я Ульяшечке вчера купила сережечки. Она сама выбирала у меня. Девочка взрослая. Нахожу с этим штативом. А которые я до этого купила сережечки, я их Леночке подарю. Вот. Вот так вот. А маленькой малявочке еще успею. Куплю что-нибудь. Бабка эгоистка, блин. Ну, ничего. Так вот. Блин, конечно, мне тут... Ребят, дайте вот так я. Я это, рыбку хочу разогреть. Есть рыбки. Сейчас я штатив поставлю. Ой, штатив, блин. Стул. Штулу. Подогреть рыбку, а то холодная. И в кафе там ездили вчера. Можно было поснимать бы. У меня не поверите. Вчера телефон разрядился. Я что-то за ним, как за телефоном, это... Не, короче, не посмотрел, не обратил внимания. Ульяшечка в игру играла. Едем, смотрю, отключился в машине. Что-то это Леночка пишет. Вот так вот. И даже не сняла ничего. А вчера прям интересно. Можно было бы интересно и снять. Что-то я прям вроде бы выспалась. У нас ветер такой. Мне вон Леночка тоже как малышка. Как вчера так плакала сильно. Животик нам болит. Может, выпишут на днях. Сейчас долго в роддоме не держат. Короче, все. Я вот с вами болякала по телефону. Говорила, что Леночка в больнице. Я, по-моему, Леночке даже сказала, 12, что ли, родишь. 11:30 родила. Вот так, быстро. Ну, второй раз всегда быстрее. Такая галюзенькая. Ту-ту-ту. Похож на Леночку. Ну, конечно, меняться будут детки, но пока на Леночку. Ну, зато Ульяш на папочку. Он... Ульяш, сыну, они же у меня были, копытца обмывали, позавчера обмывали. Это, папочка,
Моя-то любимая. Нелюбимая, моя-то любимая. Я так тебя люблю. Ой, господи. Ой. Девчульки. Минтай жареный. Сейчас хоть поем. Я вчера вечером хотела съесть. Потом... Нет, говорю, Люба. Терпи. Ой, горячая. Вот скажите мне, вот зачем я губы намазюкала? Да красной помадой. Я ведь сейчас вся поудилась в помаду. Ох, у нас магазин тут, можно сказать, прям рядом. Открылся Чижик, где светофор у меня. Ну, тут ходьбы вот пешком от моего дома, ну, минут 15, наверное. Говорю, какая красота-то. В Чижике там повкуснее продукты, чем в светофоре. Это точно. Я еще не была, не смотрела, что там есть. Сейчас у меня Толик поедет по делам. Вот. Приедет, может быть, с ним доедем, посмотрим. Даже хотя бы ради интереса, что там. Теперь вот интересно. Маленькую привезем домой-то. Ульяша как будет с ней? Так-то Ульяша ждала прям сестричку. Вот. Ну, как вот будет наяву-то? Ну, как объяснить-то? Сам факт-то. Как теперь начнёт нянька-то моя? Ну, теперь держись, молодежь. Двое детей. Я, конечно, ой, в этом плане, наверное, эгоистка. Я вот одного родила, и все. Больше не стала. Хотя могла бы. Аборты делала. А что скрывать, ребята? Ну, я не стала рожать, потому что я хотела хотя бы одного ребенка обеспечить, чтобы было все. Боялась, если двое-трое, уже не смогу что-то дать. Но сын, слава богу, у меня не обиженный. Для него делала все, что могла. Перегрел рыбу. Ой, так что вот так, ребят, такие пироги, хорошие пироги. Может, завтра выпишут даже. По крайней мере, на это надеемся. Ой. Ой, перегрел, как сильно-то. Аж... Рукам жига. Ну, сейчас хоть маленечко перекушу, блин. А то прям ураган в животе. Толик, ты это ел? Ну, он бутербродики с утра любит. Я не особо эти бутерброды люблю. Так что, ребят, можете поздравлять меня. Сережки показать, какие купил Ульяш-то. Ну, она их и одела сразу. И там протерла девочка. Ушко протерла. Поэтому не покажу. В золотых сережках она у меня. Не знаю, нам в садике, конечно, ругаться будут. В садике не разрешают золотые. Но они почему не разрешают? В принципе, так все равно. То, что, не дай бог, потерять, что они не будут нести ответственность. Ну, это правильно, согласна. За всем, что глядишь. Это уже родителям не жалко одевать, что хотите.
Ну, там, в принципе, застежка такая, что навряд ли, наверное, расстегнуться. И они прям по ушку есть, сережечки. А тут какие я Леночки отдам, подарю. Они вот как раз ей были велики, сережечки. Поэтому она постоянно цепляла ими, цеплялась ими. Вот. А сказал мамка, да, что купил Вер внученьке это цепочку золотую. И кулончик подарит, тоже золотой. Прабабушка-то рада вообще, нам больше всех рада. Правнучки. Я, если честно, вот как сказать, еще не осознала. Ну, еще не видел как малышку. Ну, только по фотографиям. Я еще не поняла, если честно. Как вот Ульяша, все. Вот даже поехала. Ульяне подарок купить. Ну, ребят, тут не осуждайте. Я куплю маленькой тоже, понятное дело. Ульяна моя не только внучка, она еще крестница. Ну как, а то сейчас, знаете... Малышки тут подарки будут нести, а моя такая обиженная. Как это? Я не могу так. Ой. Так что, вот так, сейчас небось многие скажут, о, какая. Такая. Короче, не только я, мы с дедом купили наши внучки сережки. С дедом. Понятное дело, что с дедом. Правда, мне пришлось пока денежку занять, но это ничего, отдам. У мамы заняла. Говорю, отдам тебе. Она говорит, без проблем. Так вот. А тут вот вчера, говорю, даже ездили, даже вот сейчас бы, вот мама покупала бы маленькой. А Ульяна, она что же ребенок, ей тоже хочется. Она вчера зашла там, вот эти сережки на золото. У нее же глазки разбегаются. Она прям, я вот это хочу. Ну, и меня бабушка вот это хочу. А от ней выбрал сережки, прям маленькие очень. Говорю... Дочка, говорю, маловато, давай другие. Ну, вот потом еще одни выбрала. Ну, прям аккуратно. Правда, девчонка меня уверила, она говорит, не переживайте, малые не будут. Уши так не растут, как вы думаете. Но я их и на себе померила, на свои ушаки-то. Мне они тоже как раз. Говорю, ну, если на мои локаторы как раз, а ребенку-то. Тем более, что будет. Она говорит, они растут ушки, вот здесь сверху, а не мочки. Ну, растут, но не так растут, как тело там наше растет. Ну, взяли. О, вот так вот. Они без глазочка, но там, как это, как же назвала-то, как алмазная отделка, что как будто с глазками. Она говорит, вот все хорошо, что когда глазки-то и теряются, выскакивают, а это, говорит, ничего не выскочит, а сам вид вроде бы как с глазками. Я говорю, ну да. Малявки тоже хотели сережечки. Ну, я думаю, пока рано. Он, говорю, купила мамка цепочку. Крестик вроде бы крестный ей будет покупать. Крестный будет Ленин, сестра младшая. И она сказала, говорит, я куплю крестик золотой на Кристины. Вот. Крестный кто будет, пока не знаем. Хотели свата, но извините. Извините. Слава Богу, что показал себя во всей красе.
Ну, как во всей красе, мне все равно жалко. Мне жалко, кто в нашей жизни что-то не оступается. Может, так получилось. Прям не знаю. Он Леночке звонит, все равно. Но она не хочет трубку брать. А мне прям жалко его. И сыну моему жалко. Не знаю. Ну, мы люди такие, мы, блин, наивные. Говорю, я вообще вот по натуре добрый такой, блин. Готова каждому помочь, вот кто что-то там даже в плане, есть тут девчонки спрашивают, там в плане чего-нибудь интернета, но в плане интернета подсказываю. Я прям всем как-то открываюсь, блин. А меня порой подводят люди. Угу. Так, даже не порой, частенько. Нельзя все равно особо доверять там, открываться, блин. Ну, такая я, уже не переделать. И поэтому, как вот и сват жалко. Ну, короче, смысла пока крестного нету. Вот так вот. Перегрел рыбу. Аж сухая стала. Но все равно вкусно. Все-таки вот в этой жизни надо немножко быть пожестче, блин. А может, и не надо. Самый хороший притягивает. Вон. Юлечка у меня какая. Я хорошая, она у меня солнышко, ягодка. И вот мы как два магнитика притянулись друг к дружке. Жалко только, живем друг от друга очень далеко, очень. Ну, вот прям в плане Юлечки она мне такая какая-то родненькая. Прям не знаю. Я прям очень рада, что я с ней познакомилась. Вот прям очень. Она сама ко мне пришла. Вот. Она как сама ко мне пришла. Чему я рада. Мой человек, прям мой. Хоть она постарше меня. Ну, что она старше меня, она выглядит просто, я говорю, конфетка. Дай бог всем так выглядеть. Вот так вот. А в плане разговоров мы прям вообще с ней на одной волне. Хотя человек, она образованная, уже говорил учитель, а я обычный малярша. Но мы на одной волне. Вот так. Душами называется. Родные. А кто как там разговаривает, кто-то грамотно, кто-то неграмотно. Юлечка вообще не замечает этого во мне. Ей вообще это просто не важно, как я разговариваю. Тоже он снимал мукбанг. Ой, ё-моё, прям камнями реально закидали. Перепутала. Платонический вампир сказала. Не энергетический. Всё, всё, трындец. Мамометр, эльтонометр, блядь, перепутал. Опять трындец. Ой, господи. Ну, бывает такое, ребят. Я путаю слова, да? Я не спорю. Я всю жизнь их путаю. Ну и чё теперь, всё? Прям вот все, прям все. Посмотрите, господи. Еще бывает, вот сидишь, как заторможенная какая-то, самочувствие там какое-то не такое. Можешь, конечно, что-то ляпнуть не то. И тут прям готовы. Ну, ладно. Многие девочки, они нифига на это внимание не обратили. Потому что они умницы, красавицы, блин. И душа у них добрая, человечная. Я тоже, например, считаю, там слово перепутал, на это внимание обращать, блин, ну это глупо. Надо на поступки внимание обращать, а не на слова. Блин, рыб застрял, ужас какой-то. Ребят, походите. Ой. А то тоже мукбанг снимал зубак рыбно, она тоже застряла. Блин, неудобно при вас убрать. А потом видео монтирую, в зубах вот эта рыба. Говорю, господи, как противно, некрасиво. А ведь правда некрасиво.
Лучше надо убрать порой что-то, вытащить, наклониться вон. Так что вот так, сейчас буду дома убираться. У меня дома грязь, честно скажу, прям вот грязь. Потому что позавчера отмечали, обмывали копытца. Вчера совершенно дома ничего не делалось. У меня сыночек, он ночевал здесь с внученькой, с моей, с любимой Тотей. Не пошли, они были, собрались домой, а потом, короче, Ульяш передумала и остались у меня. А вчера вот проснулись, сын поехал, ну, с мужем, к Леночке в больницу съездили, там отвезли ей, что надо. Ульяш не захотел ехать, поэтому я как дома осталась. Забрали мамку, они, потому что она там живет, где Леночка это, лежит в больнице, ну, рядом. Забрали мамку, за мной заехали, за Ульяшей, и поехали в Кристалл. Короче, мотались. Потом в кафе, а после в кафе пришли. И делать ничего неохота. Только вон в зале завалился, ножки вытянул, лежал, телевизор смотрел. А я в спальне. Вот, а сейчас буду убираться. Полы там вообще... Мы тут с ума, говорю, сходили, играли с Ульяной. Толик снял на камеру. Это такая была ржака. Я говорю, удали. Он не удалил. Надо мной издевался, блин, вообще, как хотел. Говорю, удали, говорю. Мы тут с Ульяной в монстров играли. Мне сын готов, мам, выложи себе. Куда-нибудь он в шорты, от просмотров будет. А монстры играли. Ой. На пол ложились и, короче, там ползли. Говорю, это и смех, и грех. Ну, зато весело было с пистолетами. Это мне Ульян. Да, бабушка, давай монстр, ты монстр. А я с пистолета. Вот я там ходила. А это беспалево, мой ненаглядный. Беспалево и на камеру снял, блин. А потом ржет. Еще не буду удалять. Выложу куда-нибудь. Говорю, я тебе говорю, выложу. Выложу и все. Но потом удалю. А говорят, ну его, правда, блин, люди не поймут. Скажут, белка какая-то посетила бабку-то, ползет по полу. Там же, откуда они знают, что мы играем с Ульяной? Ой, говорю, и смех, ребята, и грех. Ну, навеселились досыта. Хотя я не знаю, почему полы грязные. Если мы там пополам ползали, то я монстр, то Ульяш у меня монстр. Мы полы вытерли своим телом. Называется. Ой, прям здорово посидели. А мамка не поехала. Он говорит, не, уж когда с больницы заберем, говорит, тогда поеду. А сейчас что? Ну, посидели. Кто я? Толик мой. Сын. Да и куколка моя. Пивка вон попили. Мы с сыном пивка, а Толик у меня крепенькую. Толик, как эта штука называется? Что ты пил-то? Ему брат, короче, двоюрный дарил на Новый год, по-моему. Вот. Короче, хорошечно посидели, душечно. Читает сейчас, скажешь, как называется. Я так не поняла, что это. Чуть-чуть попробовал. Ну, как водка, прям на вкус водки. Я водку просто, ребят, вообще не люблю. Со вкусом, как смородины. Ну, как там она? Что это хоть надо читать? Там на нерусских же буквах, а мы ведь грамотные. Грамотные. Мы на пару грамотные. Вчера ногти, короче, отфигачила, отстригла. Я ж тут все грызла, блин, на одной руке. Вон, все сточила под корень. Все, наконец-то, хоть ногти грызть не буду. Я теперь спокойная. Ой, вообще, ужас. Ой, весело было. Тоже у сына дружок прям такой хороший есть, мальчишка. Сегодня он придет к сыну в гости. И прям такой, а вес какой? А рост какой? Нам что-то хочет купить малышечке. А то у него есть такие, знаете, тоже знакомые, халявщики, блин. Он им во всем помогает. Он всем помогает. Он вот... У меня сын безотказный, но есть кого. Я такая же. Вот реально, о чем бы его ни попросили. Сам помощи он ни у кого не просит. Вот такой. Но вот нашелся хотя бы у него друг. Ну как, сейчас пока нам другом рано назвать, потому что не так давно общаются. Ну, на стадии друга, скажем.
один в один, как мой сын, характером. Такой же, безотказный, вот, прям простецкий, вот, прям хороший парень. Но я, правда, его не знаю, это я по словам сына знаю, по словам Леночки. Вот. Ульяш прям очень, он ей тоже, этот мальчишка, так нравится. Ну, вот сейчас поди с подарком придет парень. А то были тут одни, Ульяш у нас родилась, пришли. Я на пьянку-то пришли. Это, на Кристина были. Говорю, а хоть пустушку купили бы. Хоть бы пустушечку принесли, купили. Молодые. Это не в том плане, может, молодые не соображают. Это нет. Просто люди такие. Мы молодые были. И почему-то соображали, когда идешь, надо что-то дарить. Ну что, как там называется-то? Так не смог прочитать. Ну и это, что пил-то? Прочитать не смог. Ну, мы, правда, там непонятно, что написано. Так что не обессудьте. Там мы столиком не это, не англичане. Не умеем читать, не на нашем. Мы на нашем-то языке-то не все читать умеем. Поэтому... А показывать не буду. Вот. Вот так вот. Вот такие, ребят, пироги с котятами. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пойду убираться с вами. Борис. Бористо, во, сказала. Бористо какая-то. Мне не понравилось. Ну, только у меня чуть-чуть тоже выпил. Он мне вообще такой не пьющий человек. Вот, и мы, говорю, сын, пивка попили. Мы тут, короче, мы больше тут бесились, дожрали. Я, вон, хинкаль наварила. Пюреха, котлеты, это, помидоры открывала банку. Вот. Так что вот так вот. Такие, ребят, пироги. Ладно, все, мои хорошие. Вот такое видео, не знаю. Обычный, домашний, говорил. Вон Ульяшечка мне что-то там пишет. Господи, что это пишет моя Ульяшенька мне? Вот, сейчас надо залезть, почитать. Что говорила, забыла. Ладно, ребят, короче, люблю вас, целую, до новых встреч. Пока-пока.